В регионе подвели итоги акции «Большой губернский диктант». Напомним, в Иванове она прошла в областной библиотеке для детей и юношества 20 июня, день, когда в регионе отмечали столетие Иваново-Вознесенской губернии. Кроме того, присоединились к этой акции библиотеки Кохмы, Кинешмы, Наволок, Тейково и села Китово. Общее число участников составило 205 человек. Увы, среди них не оказалось 100 бальников. Диктант состоял из 30 тестовых вопросов по истории, географии, флоре и фауне региона. Наивысший результат в Иванове показал сотрудник музея камня Сергей Беляков. Он набрал 96 баллов. Не один из лучших результатов, но оказалось, что в Шуе кто-то набрал 97. Мне приятно, что есть люди, которые хорошо знают историю нашего края, краеведения. Ну, так получилось. Вопросы были достаточно сложные. А на некоторые вопросы, ну, до конца диктант я просто не знал, как отвечать, потому что, на самом деле, на очень узкие знания. Вот, но интуитивно попытался догадаться, и вроде получилось.